Привет, ребята! У нас здесь три билета. Скейтборд! И мы будем играть в экстремальные прятки с охранником. И мы сделаем ему пранк. Пролезем под турникетами. Он подумает, что мы безбилетники. И так будет интереснее. И нам будет интереснее. Ладно, ребят, ставьте лайк. Побежали! Да. Пока! Давайте разделяться. Я спрячусь в больнице. Я в службе спасения. А я тогда в центр связи. Ой-ой-ой, куда же здесь спрятаться? Я думаю, что здесь много места. А то смотрите, стол и шкафчики. Куда спрятаться? Может, под стол? Нет, палевно. Давайте смотреть дальше. Знаете, куда я посмотрел? Вон тут, да. Давайте сюда залезу. Я спрячусь в багажнике машины. Все, меня не видно там. О, привет. О, ребята, я придумаю, где мне спрятаться. Спрячусь за тот столик и накроюсь пеленкой. Накрываемся. Оп. Ну все, ребят, меня никто не найдет. Ребята, меня охранник не нашел. Это же так круто. Похоже, мы в роддоме. Или в больнице. А нет, все-таки в роддоме. Потому что смотрите, сколько здесь много младенчиков. Ладно, идем. Круто. Смотрите, даже есть яды. Также здесь есть помещение. И можно зрение проверять. О! Светится. Класс, ты бежим! Я хочу спрятаться в музыку. Это экологическая станция. Я хочу спрятаться в бумагу. Большой контейнер, я сюда помещусь. Я заныриваю. Это было жутко, но, ребят, пронесло. Он ушел? Да. Передвигаемся в другое место. Thank you.
О, ребята, лечу в космос! Включаем систему. Итак, пуск! Итак, мы на Луне. Спрячусь здесь, он будет входить, не увидит меня. Хотя здесь давай. Что-то неудобно. Пойду в кратер. Молодой человек. Ребята, зацените, это настоящий экскаватор. Охранник идет. Давайте я прямо здесь спрячусь. Ладно, не до этого. Ребята, я под тремя животными. Привет. Хороший полицейский. Ну что? Это что такое? Почему без билета входим? У нас есть билетики. Вот. И что вы их сразу не показали? Зачем я тут за вами бегаю? А вы не попросили? Да. Так надо было не пробегать через турникет, а подойти и показать. А мы хотели быстрее побегать в Китбурге. Мы хотели поиграть побольше. Правила надо соблюдать. Ну ладно, держите свои билеты. Надо читать. В следующий раз в настоящую тюрьму отправитесь. Окей. Хорошо. Бежим. А я тебе беру.